Также глава муниципалитета Валерий Венцель проверил ход работ по благоустройству центральной части города Видное. Возле кинотеатра «Искра» появится площадь, где разместят скамейки и поставят небольшую сцену. На месте старого фонтана, который находился около детской площадки, практически готов так называемый «сухой фонтан», где струи воды бьют прямо из мостовой. Рядом с ним расположилась современная игровая зона для детей. Набережную между Тимуховским прудом и кинотеатром оборудуют многофункциональным деревянным настилом. Уже сейчас готов велосипедный памп-трек и скейт-парк для экстремальных видов спорта. Остальные работы находятся в активной фазе.